здесь мне Елисей. Мне 5 лет. Я из города Ставрополь. Скажи, пожалуйста, вот покажи мне свою лапу. Вот сколько ты можешь, какой интервал взять? У тебя, я думаю, ну, кварта. Покажи на инструменте. Сколько ты можешь взять? Септа. Правда, я в некотором смятении и потрясении. Ты производишь сильнейшее впечатление. Думаю, такое же впечатление ты произведешь и на членов жюри, и на телезрителей. И я желаю тебе большого-большого успеха и на конкурсе, и вообще. Ну, а теперь пора на сцену. И пиццикато, и басы, и вот этот конечный аккорд, ты меня просто потряс. Поэтому поздравляю. Замечательно. Елисей, я рад с вами познакомиться.
Вы сейчас услышали концерт Баха для фортепиано с оркестром фа минор в исполнении человека, который 2011 года рождения, я так понимаю. Это производит впечатление. Мне, знаете, что понравилось? Я не люблю использование педали в Бахе, но здесь технический момент, он просто не достает до педали пока. Нога. В общем, когда будешь доставать, тоже особо не используй педаль Бахи. Я тебя поздравляю, просто браво. Я приглашаю вас, Елисей, к нам в летнюю творческую школу в Суздаль, нашей семье новых имен, которая и меня нашла 25 лет назад. И мы обязательно с вами будем заниматься, будем за вами в хорошем смысле слова следить. И мы еще с вами пообщаемся обязательно. Поздравляю. Я очень рад, что у нас есть такой юный участник. Я, например, считаю, что помимо физкультуры обязательным в нашей стране должно быть музыкальное образование, потому что оно очень облагораживает душу. Потому, Елисей, я надеюсь, что ты будешь примером для многих-многих людей в нашей стране, которые вот последуют твоему примеру. Елисею браво, а синей птице от всего сердца огромное спасибо за счастье встречи с юными такими прекрасными талантами. Спасибо. Садись поудобнее. Как тебе удобно? Вот так удобно. Хорошо. Давай брючку тебе немножечко вот так. Ты очень элегантен. Ты бабочку часто носишь? Да. Я буду как корреспондент у тебя брать интервью. Ты к этому привыкай, потому что ты будешь же знаменитый артист, и к тебе будут приходить и говорить: скажите, как твое отчество? Папу, как твоего зовут? Андреевич. Значит, ты Елисей Андреевич. Тебе буду говорить: Елисей Андреевич, скажите, пожалуйста, что вы сегодня чувствовали, когда играли Баха? Было немножко ошибок в... Ты что, хочешь про ошибку свою рассказать, что ли? Нет, Елисей Андреевич, смотри, я тебе рассказываю. Это не надо. Но это же самое замечательное. Что какой он честный прошел... мальчик, да. Он сам первым делом сказал о том, что допустил ошибку. Как настоящий артист, он сам свой самый строгий судья. Но я тебе хочу сказать, что я, честно говоря, в какой-то момент, я просто уже слушала музыку Баха. А ты немножко знаешь про Баха? Да. Вот кто твой любимый? Моцарт. Любишь Моцарта. Он тоже был совсем маленьким, играл. А ты сам... Но он еще свою музыку писал. А ты не пробовал пока сочинять? Уже одну пьесу сочинил. Ты ее как-то назвал? Торнадо. Торнадо. Ну да, я думаю, что она грозная. Да. Ты куда-то посмотрел в сторону родителей, что ли? Папа Андрей здесь у нас? Вот он, папа. А мама? Маму как зовут? Ольга. Мама Ольга и папа Андрей. Педагог. Это педагог. Спасибо вам огромное. Как педагога зовут? Левнал Данилович. Я знаю, что ты любишь играть в футбол. А я сразу заметил, есть в нем что-то человеческое. Денис обожает играть в футбол. Твоя любимая книжка – это «Маленький принц». Да? Тебе там что нравится? Вот какое место твое любимое? Когда он... ему пилот нарисовал барашку в коробочке. Когда ему нарисовали барашку в коробочке? Да? А вот ты бы, если бы мог какой-нибудь рисунок оживить, ты бы что себе нарисовал? Вот если был такой волшебный карандаш, что нарисуешь, то оживет. Рояль. Мы тебя спросили, а где бы ты хотел оказаться через 50 лет? И ты сказал? Членом жюри. Членом жюри «Синей птицы». Ты нас очень заинтриговал. Я думаю, что всем интересно услышать вот это «Торнадо» в твоем исполнении. Что, если нам попросить сейчас Дениса Мацуева? Возможно. Посмотри, он уже бежит возможно к нам. Ты готов вместе с Елисеем сесть за инструмент? Почту за честь. Подожди, я сначала вступление. Подожди. Thank you.
Давай, давай руку, руку. Кланяемся, кланяемся, кланяемся. Просто невероятно. Как бы сказал Михаил Михайлович Жванецкий, с этим номером можно ездить по стране. Это правда. Замечательная музыка, я тебе хочу сказать. Очень красивая, с таким... Ассоциативная, замечательно. Ты меня зови, если что, я тебе всегда подыграю. Такие моменты меня тоже всегда вдохновляют, и я тебе желаю успеха, удачи, потому что у тебя есть, самое главное, талант. Спасибо тебе огромное, Денис. Спасибо тебе большое, Елисей.